ситуация. Видно, много знакомых лиц уже, человека 3 встретил, с кем пересекался по работе. Вот. Я думаю, что будет очень интересно. Видно, что помимо нас тут еще есть около 4 других структур, которые тоже так же качественно подготовились. Вот. Я думаю, что какие-то ценные знания точно сегодня получим. Своих лучших игроков и что они для этого сделают. Применение данной системы позволит в первую очередь систематизировать все эти данные, отладить все тренировочные процессы и более четко понимать тенденции развития их школы академии. В ближайшем будущем все футбольные школы будут переходить к оцифровке. То есть в ближайшие 5-10 лет это произойдет во всех школах, практически во всем мире. Вопрос только, насколько быстро это будет, и чем быстрее тренер адаптируется к применению таких технологий, тем больше он будет востребован на этом рынке. Поэтому чем раньше он начнет это делать, тем быстрее он будет прогрессировать, тем лучше можно будет видеть какие-то результаты, и мы будем, скажем так, терять чуть меньше игроков, которые по своим способностям могут стать профессиональными игроками, но по каким-то причинам ими не становятся. Нас, то все люди, которые сюда пришли, мы также готовы всем помогать, делиться опытом, который мы приобретали все эти годы. И, соответственно, работать на общее благо, на развитие детского и юношеского футбола в стране. Я основатель компании «Йоплайдо». С футбольной школой или клубом «Родина» мы уже работаем достаточно давно. И они одни из первых наших клиентов в городе Москве, кто начали использовать платформу «Йоплайдо». И достаточно активно и прогрессивно влились в этот процесс. И я рад за них, то, что в их школе используются современные технологии на высоком уровне.
Я доволен нашему сотрудничеству и вижу, что в школе основная часть тренеров хочет работать, хочет развиваться, и клуб от этого только выигрывает. Александр Владимирович молодец, очень энергичный человек, оставил положительное впечатление на меня, и каждой бы школе такого тренера, главного руководителя тренерского штаба, чтобы взбадривать их, давать нужного пинка и в целом, чтобы школа развивалась бы и двигалась только вперед. Конференция. Я очень доволен, что меня пригласили, что удалось выступить. Хорошие отзывы, судя по тому вниманию, которое мне оказали люди. Много мы ждали это внимание, мы подготовились, мы записываем контакты, мы ждем всех к сотрудничеству, но есть своя работа, которую нужно решить в первую очередь. Нам нужна клубная лига, мы ее получим, мы будем ни на что не смотреть и будем решать эту задачу. Вот. Поэтому я очень хочу и надеюсь, что мы сможем многим помочь, поделиться своим опытом, получить результат, получить правильные задачи и, соответственно, двигаться с людьми, с которыми нас объединяет любовь к футболу, вместе. Поэтому мы рассчитываем на открытие там многих филиалов, улучшение селекции. Значит, мы рассчитываем на взаимодействие просто обменом опытом. У кого-то что-то подсмотрели, научились. Поэтому я считаю, что пресс-конференция очень хорошая, и она нужна. И очень хорошо, что в России начали это делать, потому что, например, в Латвии это делали всегда. И как раз я на одном выступал, и это действительно помогает, дает толчок. То есть люди получают вдохновение и побыстрее двигаются, побыстрее бегут, решают задачи, это радует, это двигатель прогресса. Поэтому я доволен. Выступление оцениваю на 4 с плюсом, всегда буду недоволен. Немного не хватало мне такой зажигательной речи, но был очень большой объем, который нужно было донести до людей. И в принципе, мне это удалось, поэтому не так все у нас идеально, как мне хотелось бы, но тем не менее мы растем, мы развиваемся, и я думаю, что мы такой двигатель для других, реальный пример для тех, кто чего-то хочет и на что можно ориентироваться в России. Поэтому это наша была задача – показать, поделиться. Я думаю, что я с этим справился. Спасибо.